Смотри, они Каждый раз. делают, они сейчас на ДП-11. Просто подъезжаем, пацаны, мы не Они... стреляться не приехали, Легион, Климыч. Просто ты разговариваем, да? дурак. Ты понимаешь, что они так все продумали, что у них заложник в вертолете летает, а машины в другом месте А, стоят. блять, вообще похуй. Смотри, короче, подъезжаем к ним, да? Блять. Смотри, одного типа вытягиваем. Пошли бы там поговорим, или с тобой вообще на другую тему надо поговорить. Я такой подходит, пацан. Схожу с ним базарить, короче, потом. Так беру, короче, вырубаю его нахуй в наручники, мешок, блядь, на голову и увожу, блядь. Потом ко второму подхожу, блядь, так же. Пошли, братан, поговорим тоже. Ага, блядь, Потихоньку их буду а тот в вытягивать, Симе блядь, уже и буду вырубать. настрочил, на тебя нахуй 4 пулемета нахуй целятся. Коленки прострелите мне нахуй в тачку, блядь, я Да не не могу. работает хуйня.